Всем здравствуйте! Вы на канале Тещи корейского зятя. Меня зовут Елена. Давайте посмотрим, что стало с картошкой после веерного окучивания по методу Замяткина. Смотрите, какие стали ряды. Вот неделя прошла. Вот она даже зацвела тут же. Смотрите, какие рядочки. То она была так густо вся, а теперь вот они все. Все разошлись в разные стороны. Посмотрите, как. То была прям масса зеленая по всей грядке. Сейчас уже немножко не так. Она, конечно, потом массу нарастит. Но сейчас, когда ей нужно много солнца и много воздуха, посмотрите, какой картофель стал. Видите? И мульча тут свое дело сделает, вся эта трава. Вот, вот, вот. Вот как вот раскидывала. Вот. Видите? Так вот так вот раздвигала. Вот они так друг от друга и растут. Вот как накладывала здесь, вот в это место мульчу. Вот они так друг от друга растут, но поднялись все. Малина здесь проросла от соседей. Ну, замечательно. И посмотрите. И вот он какой картофель. Ну и тебя надо показать обязательно в кадре. Куда же без тебя? Ты же рядышком всегда. Вот. Видите? Вот так. То есть метод хороший. Но опять же, только для тех, у кого картофеля мало. Оторвем и сюда же бросим сорняки. Как бы показать вот сверху. Вот. Видите, как просторный. Ветерком обдувает, и воздуха много, и кислорода, конечно, всем хватает. Ну, вот. Солнышко, междуряди какое просторное. Так что мне очень нравится этим методом работать, но на маленькой грядке. Но больше я и не сажаю. Я так, ради эксперимента, ради удовольствия такого картофельного. Всем пока-пока. Хороших урожаев, хорошего настроения, улыбок. Всего самого-самого-самого прекрасного. И лето нам всем. Лето.